опыты, дым, лед, спецэффекты, колбы, баночки и безумный эксперимент. Сегодня передача «Дети в городе» исследует научное супершоу «Мегамозг», центральная лаборатория которого расположилась в стране профессий и увлечений Трансильвании. Идем скорее знакомиться с профессором и экспериментировать. Научное шоу «Мегамозг» – это уникальное интерактивное шоу для ребят разных возрастов, которые сочетаются с пользой для ума и веселым времяпровождением. Каждое шоу для детей – это целый набор невероятных опытов, вызывающих неподдельные эмоции и радости от открытий новых физических и химических явлений. Уникальные знания, легкость восприятия и непосредственное участие в экспериментах – это то, что каждый ребенок получит во время участия в научном шоу. Вот это эксперименты! Класс, мне очень понравилось! Вот бы на свой день рождения так поэкспериментировать! Ты знаешь, это возможно. Научное шоу можно пригласить куда угодно. Домой, в кафе, в школу и даже в детский садик с программой для самых маленьких. И даже взрослым будет очень интересно. Класс, я обязательно приглашу. Как ты думаешь, долго нужно тренироваться, чтобы такие фокусы показывать? А давай спросим у самого профессора. Давай. Здравствуйте, профессор. Расскажите, как долго нужно тренироваться, чтобы так круто делать эти эксперименты? Ну что ж, ребятки, здравствуйте! Для того, чтобы проделывать все-все-все эти эксперименты, я трудился всю свою сознательную жизнь. И теперь я могу радовать всех-всех-всех деток своими крутыми опытами. Сколько экспериментов в вашем научном шоу? Ну что ж, ребята, у нас есть разные программы, в которых абсолютно разное количество экспериментов. Профессор, нам известно, что у вас кроме развлекательных программ есть специально разработанная социальная программа. Что это за программа? У нас есть программы «Курению нет» и «Алкоголю нет», в которых мы рассказываем о вреде алкоголя и курения. Может, есть какие-то акции прикольные для ребят? У нас есть разные программы, после которых вы получаете вот такие вот значки. Чем больше значков вы соберете, тем больше ваша скидка. Экспериментировать? Да, Гайца. Какой тебе эксперимент больше всего понравился? Тебе понравились эксперименты? Очень. Какой тебе эксперимент больше всего понравился? Про углекислый газ. А как ты думаешь, профессор долго тренировался, чтобы стать таким гением в экспериментах? Ну да. Мегамозг – это супер! Кто сказал, что наука – это скучно? Шоу «Мегамозг» – пожалуй, лучшее научное шоу с самыми крутыми экспериментами. «Мегамозг» вызывает массу положительных эмоций и оставляет после себя багаж интересных открытий, которые знает далеко не каждый взрослый. С вами была передача «Дети в городе». Приходите во Трансильванию, в главную лабораторию профессора, и все узнаете и увидите сами. Всем пока! Мегамозг – это круто!